Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала. Сегодня в рубрике Долголетие и долгожительство я хочу вас познакомить с одним очень интересным долгожителем. Это французский велосипедист Робер Маршан, которому сейчас 108 лет. И в свои 100 лет он установил, конечно же, мировой рекорд очень интересный. Сейчас он еще катается как любитель, но профессиональную карьеру завершил в 100 лет. Хотя в 105 лет, к примеру он проехал 92 круга по треку, 22, то есть с половиной километра. Ну, конечно, зрители все аплодировали ему стоя, он герой для многих, пример для многих, и это неудивительно, потому что, собственно, в свои немалые, как многим, Естественно, покажется, годы он в активной физической форме. Он сам говорит о себе, что мои ноги не болят вовсе. Руки болят из-за ревматизма. Но на то есть свои причины. Кстати, он сейчас изменил питание и перестал есть мясо. Хотя знал о и изучал книги о здоровом образе жизни давно, те же книги Нормана Окера. Потому он, кстати, выпивал всегда с собой, брат, бутылочку воды с маленькой ложечкой меда. И когда его спрашивали, а каков же ваш допинг, многие ведь спортсмены что-то принимают, чтобы улучшить свои физические показатели, выносливость. Он смеялся, и, голове, всегда беру и кладу воду, чайную ложечку меда, и пью. Но вот это прекрасно. Кстати, кто не смотрел, посмотрите мою лекцию о растворении камней в желчном пузыре, да, где применяется та же методика. Это все старые-старые старинные рекомендации. Но вернемся к нашему герою. Ну вот свое столетие он отметил как раз на велодроме Леона. Он тогда проехал 300 кругов, это 100 километров, за 4 часа 17 минут и 27 секунд. Конечно, сейчас он столько не ездит, тем не менее он активен и вполне здоров. Родился Робер в 1911 году в французском городке Амьен. А во время Второй мировой войны был военнопленным в лагере нацистов. Ему предлагали бросить велосипед еще 90 лет назад из-за его маленького роста и веса. Он весит 52 килограмма сейчас при росте 152 сантиметра, потому при таком маленьком росте ему и не рекомендовали ездить на велосипеде. Так вот, он работал в своей жизни ну, много кем, пожарным, шофером, дровосеком, занимался, кстати, и боксом, и гимнастикой. Ну, не садился на велосипед, и вот только в 68 лет вернулся к велосипеду. Кстати, в 1992 году Робер Маршан проехал на велосипеде из Парижа в Москву. Ну, много раз он проезжал и другие внушительные расстояния, например, от Бордо до Парижа, от Парижа до Рубе, ну и так далее. Сейчас он живет в своей маленькой квартире под Парижем, получает пенсию 900 евро, ну и каждый день делает и гимнастику, растяжку и обязательно продолжает ездить на велосипеде, ну уже не в таком активном режиме. Кстати, друг и тренер Робера Маршана Жерар Мистлер, он говорит, что секрет долголетия его друга заключается в том, что он всегда ел и сейчас ест много овощей и фруктов. Конечно же, никогда не курил. Естественно, он физически держит себя в тонусе, всегда делает каждый день зарядку. Я вам расскажу еще скоро в отдельном видео об очень интересном одном человеке, нашем соотечественнике и москвиче, который тоже, наверное, удивит вас во многом. Но это будет в следующий раз. Пока продолжу. Всегда Робер Маршан рано ложился спать. 9 вечера. Вставал в 6 утра. Ну и, конечно, вот его, кстати, физиолог говорит еще об одном интересном качестве. Ну, что большое сердце у него при его массе и объеме тела и поэтому много может перекачивать крови. Но поскольку оно тренированное, то, соответственно, даже в этом возрасте он так активен и может быть таким выносливым. И прекрасный пульс. Но это связано, дорогие друзья, именно с его питанием. Потому что если питание естественное, живое, хотя бы процентов на 70-80, как именно у этого человека и было всю жизнь, то естественно сосуды чистые. Естественно, сейчас Роберт Маршан ставит рекорды, ну, любые, потому что в этом возрасте понятно, что рекорды будут, ну, потому что конкуренции просто практически нет. Тем не менее, на пенсию он вышел в 89 лет, тогда он проехал 600 километров за 36 часов. Вот такая выносливость. Кстати, здесь я тоже хочу сделать один акцент. Я когда-то в своих некоторых лекциях говорил про... Интересного долгожитель из Москвы, который прожил 120 лет, так вот он в 1980 году, когда была Олимпиада в Москве, ну, в знак своего протеста, личного, так сказать, пошел пешком, как вы думаете, куда? До Иерусалима. То есть он через границу, через горы, ну, в общем, прошел. То есть, вот такой целеустремленный, усидчивый, сильный человек. И, в принципе, я, кстати, замечаю, что подобные люди, обладающие сильным характером, большой выносливостью, трудолюбием, усидчивостью и так далее, живут дольше. Это вполне понятно почему. Которые себя держат в тонусе, у кого есть режим, порядок. Это всегда плюсы к долголетию. Ну и, конечно, э, нюансы по питанию, потому что это главный фактор, хотя не единственный. Ну и на данный момент, хотя ему 108 лет, он тем не менее катается на велосипедах, хотя, конечно, не занимается изнурительными тренировками, это и понятно. Но при своем активном образе жизни, своем распорядке, полагаю и надеюсь, что он проживет еще долгие годы, будем надеяться и радоваться за него, и ведь он является для всех нас показателем хотя бы того, что это возможно, что в свои сто лет, сто пять лет можно быть активным человеком, а не как некоторые, которые говорят, что, так сказать, вот, если уже там 90 лет, это уже все, это ты, значит, обязательно в доме для престарелых еле ходишь, на палочках или на инвалидной коляске, это совершенно не означает. Тому примеры тысяч людей, и даже тех, кто живут сейчас среди нас. Так что на все есть свои причины, а нам урок каков из этого надо вынести. Дорогие друзья, все, что мы делаем сейчас, питаемся, как живем, чем дышим, что одеваем, какую воду пьем, да, что едим и так далее, вот все это будет сказываться на нашей жизни, вот третьей жизни, последней. И поэтому, если вы хотите активного долголетия, старости, ясного ума, физической формы хорошей, Нужно держать себя в тонусе, нужно питаться естественной, адекватной человеческой пищей. Я советую вам обязательно посмотреть мои лекции «Лимфатическая система». Здоровые зубы. Дисбактериоз. Обязательно посмотрите лекцию «Инфаркт», а главное «Гипертония, часть вторая». Вы подчеркнете в них для себя и для своих родственников, знакомых, очень много ценной информации. Посмотрите эти лекции хотя бы эти полностью, целиком от и до. Но дальше сами, как сочтете нужным, уже увидите у меня на канале другие. Я советую вам подписаться на мой канал в YouTube и обязательно поставить колокольчик, чтобы вы могли получать уведомления о выходе моих новых видео и не пропустить. Ведь вам будут приходить на почту уведомления, такое-то видео вышло. Но если вы захотите посмотрите, нет, нет, а зато не пропустите что-то ценное и важное. И обязательно посмотрите все мои лекции про долголетие и долгожительство. Там идет мощная аналитика, которую вы не найдете нигде более. Однозначно. Ну вот, пожалуй, все. Следите за моими видео. Если сочтете нужно, подпишитесь на мою рассылку на нашем сайте nadgard.ru по продуктам. Да, если вы захотите, то можете приобретать наши продукты питания и товары на нашем сайте nadgard.ru. Все продукты экологически чистые, органические. Есть уникальные веганские сыроедные продукты, аналогов которых нет не только в России, но многим и в мире. О, ну, изучите, пожалуйста, если будет интересно. Ну а на этом все. Скоро будут другие видео о долгожителях, которые находятся у меня на моем канале в YouTube в разделе долголетие и долгожительство. Всего хорошего, до свидания.